Вот вам вид отдыха, вы и природа. С левой стороны, смотрите, острова. Все эти, на всех этих островах вы видите отпечатки ликийской цивилизации. Те же конструкции, как и в Кехово. Но все эти острова являются результатом дробления некогда цельной суши этого берега. Землетрясение, уничтожившее практически Кехово, здесь привело к тому, что линия суши откололась, но не провалилась под воду, а раздробилась на вот эти острова. Часть города Семена оказалась на островах, часть на суше. Смотрите внимательно, с левой стороны за островом образовывается небольшая бухта, а в бухте в воде, поближе к берегу, в воде рядом с берегом, каменная конструкция, похожая на сундучок. Заметили? Саркофаг со остроконечно округлой надгробной плитой. Второй вид захоронений у ликийцев. Дом-корабль. Вы сейчас увидите весь некрополь. Вот этот саркофаг, он самый необычный именно из-за положения в воде. Форму плиты надгробной с этой точки не разглядишь. Но запоминайте его общий вид. Во-первых, внешний вид абсолютно стандартен, величина стандартна. Факт, он находится в воде. Ликийцы строили их на суше. Почему этот в воде, наверное, понять можно, если учитывать судьбу вот этих островов. Вверх по склону, поселок Калекёй. На самом верху крепость Семена. На самом верху. И видно, что она построена была в виде полигона. План, я имею в виду план конструкции. Стены мало того, что толстые, но еще и высота стен сохранилась, вплоть до зубчатого верха. Мам, можно я верх купальника надену? Мне кажется, да. Скоро уже. Хорошо.